В прошлый раз мы с вами поговорили о двух составляющих, или хотите, двух сторонах этого явления, этого свойства человеческой личности. Первый из них, как вы помните, мы назвали метафизической свободой, которая заключается в том, что человек по природе своей обладает свободой выбора между добром и злом. И эта свобода не подвластна никому, ни из людей, ни из высших сил, ни от самого Бога, ни от демонов. Это свобода. Свобода эта совершается внутри человека. Это мы с вами об этом говорили. Речь идет о внутреннем выборе, а вовсе не о том, что мы можем делать в этом мире. Это совсем другая сторона. Второе, о чем мы также с вами говорили, и о чем говорили пространно, поскольку, как мне кажется, это является для нас особенно важным, это свобода духовная, о которой, к сожалению, меньше всего говорит тот, которого мы называем миром, и который просто фактически, можно сказать, не понимает даже, что это такое. Вот эта сторона свободы отсутствует в современном, можно сказать, человеческом понимании. Но она-то как раз и является главнейшей, поскольку связана с чем? С тем состоянием человека, которое мы называем духовным. Ведь, вы знаете, духи бывают разные, и духовное состояние тоже может быть разным. Помните, как апостол Иоанн Богослов писал? «Испытывайте духов, от Бога ли они? Не каждому духу верьте». Так вот и здесь духовная свобода с христианской точки зрения, и это по существу отвечает человеческой природе, она как раз является тем, что в конечном счете определяет весь круг деятельности человека. Поскольку известен закон, что именно состояние духа определяет и состояние деятельности человека. Когда я сказал «весь круг», то под этим подразумевается не только внешняя деятельность, но подразумевается, если хотите, и философия, подразумевается, если хотите, и богословие. Да-да, богословие как наука, теоретическая наука, как вот та наука, которой занимается уже давно христианская часть человечества, отступившая от первоначального понимания смысла богословия, то есть превратившее богословие в чистую теоретическую науку, так вот и это богословие, оказывается, обусловлено духовным состоянием человека. И мы с вами это видим на примере тех конфессиональных различий, которые имеют место между различными христианскими ветвями, ну и, конечно, и на самих себе, хотя на себе-то, конечно, это труднее всего увидеть. Это понятно. Так вот, духовная свобода является главнейшей. И недаром апостол Павел писал, где Дух Господень, там свобода. То есть эта свобода духовная определяется степенью духовного очищения человека. А еще лучше сказать, даже не духовного очищения. Это верно, но тут требуется уточнение. Уточнение вот какого рода. Вы знаете, что можно исполнить почти все заповеди. Я уж не говорю все. Может быть, все не знают. Почти все заповеди, по крайней мере, те, которые вот написаны, которые можем видеть. И остаться вне Бога. Мы с вами об этом говорили очень много, что когда под заповедями мы разумеем вот прежде всего нашу, как часто мы слышим слово, церковность. Церковность. Мы все заботимся о церковности. А, кстати, было бы очень полезно расшифровать это понятие, поскольку часто под церковностью разумеют то, что на Западе принято определять другим термином – практикующее христианство. Практикующий христиан. Кто это практикующий? Кто-то ходит в церковь по воскресным дням, и иногда причащается. Это практикующие.
В зависимости от того, как часто он посещает храм, это уже и является показателем его практики. Так вот, к сожалению, и очень часто под понятием церковности мы опять-таки разумеем это. Вот эту, я бы сказал, чисто внешнюю форму, которая, как уж, наверное, нетрудно понять, может часто, и, к сожалению, очень бывает часто, абсолютно не соотносится с тем внутренним духовным состоянием, к которому призывает Евангелие человека. Так вот, оказывается, можно исполнить, что называется, кажется, все заповеди, ну, по крайней мере, те внешние, которые для нас очевидны в своем поведении, в поведенческой стороне, и остаться вне Бога. Вы знаете, что даже чистота, кажется, чистота душевная еще не определяет того состояния, который является главнейшим в человеке. А главнейшим в человеке является то, о чем очень хорошо рассказывает эпизод, связанный с жизнью преподобного Сесоя Великого. К нему пришел монах и говорит: «Отче, я имею непрестанную память Божию». На что он ответил: «Это невелико. Велико увидеть себя ниже всей твари». Естественно, ниже всей твари. Животные живут инстинктами, и все. А человек, который все понимает и поступает наоборот, он, конечно же, ниже этой всей твари. Вот видите, на что обращают внимание. И святые отцы постоянно говорят, что главное – это вот приобрести вот такое вот состояние. При этом состоянии тогда действительно эта чистота сердца, чистота души делает дух человека тем, который можно назвать обладающим свободой. И мы с вами также говорили о том, что эта свобода в человеке не есть нечто постоянное. Это вечно колеблющееся, непрерывно колеблющееся состояние, поскольку она обусловлена нашим отношением к заповедям Христовым, обусловлена нашим покаянием, нашим усилием. Одним словом, обусловлена тем, о чем сказал Христос. Царство Божие нудится, то есть понуждается, и только те, кто понуждают себя, восхищают, как он говорит, то есть приобретают его. Вот так. Еще раз говорю, к сожалению, об этой свободе речь нигде не идет. Мир не знает этого. К сожалению, даже в самой нашей церковной среде не так часто это объясняется, а главное, не говорится о том, как она приобретается. Это свобода. И эта свобода приобретается правильной духовной жизнью. Вот это, собственно, главнейшая тема, которая должна бы быть, знаете чем? Вот 90% всего нашего богословского курса, не нашего только, вот, который мы читаем, вообще духовных школ. На это все должно быть направлено. Но этого, как вы уже знаете из опыта, нет. А вот сегодня я хочу поговорить о третьем аспекте свободы, о которой больше всего и идут разговоры, о чем трещит, кричит и пищит весь мир, содрогая землю и небо. Это социальные свободы. О, дайте мне свободу, и я переверну весь мир. Конечно, я иронизирую, шучу, но действительно надо подойти к этому вопросу серьезно. Что здесь действительно требуется для нормального человеческого существования? А что, получая, человек может из нормального человека превратиться не только ниже всей твари, а еще хуже? Мы и это, к сожалению, можем наблюдать
очень яркой степени, в очень сильной степени в современном мире. Что означает социальные свободы? Это совокупность тех прав, которыми может или должен обладать человек, какое-то общество, какая-то организация, какая-то структура. Вот о чем идет речь. Социальные, то есть общественные свободы. В целом это проблема, назовем так, внешних свобод человека, которые могут не иметь никакого отношения к внутренней свободе, к духовной, или, а точнее сказать, имеют отношение, но совсем не то, которое бы надо иметь. Вот эти внешние свободы. Видите, вот три измерения, мы сейчас поговорим об этом третьем, три. И, по-видимому, для нас с вами ясно, какое из них, из этих измерений, имеет наиважнейшее значение для человека и для общества, и для государства. Еще раз хочу сказать, какая беда, что государство, то есть структуры, которые стоят во главе, очень мало, а подчас совсем не понимают значение духовной свободы для социальных свобод, для наилучшего устроения общества. То есть как раз для достижения той цели, о которой государство, кажется, и должно бы заботиться более всего. Что хочет государство? Порядка, законности, правда же? Справедливости, верного устроения самих законов, принятия наилучших законов и так далее. Ведь это же требуется. Это желает. С чем борется? С коррупцией, с терроризмом, с нарушением всех законов, всех. Вот с чем борется государство. Из-за этого оно должно держать огромные, если хотите, штаты тех, которые бы наблюдали за этим, а за ними опять тоже надо наблюдать. И вот я говорю еще раз, не понимают, где центр-то этого. Духовное состояние человека. Надо понять же, что если бы все люди, все, были бы совершенно нравственны, никаких законов бы не потребовалось. Закон когда принимается? Когда начинается законотворчество? Когда в обществе появляется преступление. Вот. По крайней мере, уголовные законы. Все связаны с этим. Да не только уголовные. И все прочие законы. Если бы не было животной борьбы за существование, если бы не было зависти, если не было бы алчности, если не было бы этого жуткого эгоизма, не потребовались бы законы. Неужели это непонятно? Вот где корень наилучшего социального устройства человечества. Вот где. Нет, к великому сожалению, не видят этого. Думаем только о том, какой бы еще придумать закон, и чем бы получше наказать там преступников, или напротив. Доходим до прямо идиотских вещей. Вроде того, когда вводят так называемую гуманную педагогику или ювенальную проводят политику. Когда, не понимая опять, что каждое человеческое существо в настоящем его состоянии является глубоко болезненным, поврежденным. И если мы не будем бороться с этими болезнями, если не будем создавать условий наилучших для исцеления, то эти болезни, развиваясь, уничтожат самого человека. Рак, пожалуйста вам, не боритесь с ним. Смерть человеку. Посмотрите, когда борются, принимают какие-то меры и очень часто спасают людей от смерти. Так и здесь тоже наше состояние, о котором говорит христианство, состояние поврежденное, болезненное, поэтому оно требует постоянного контроля, внимания, требует лечения. И тут вдруг вам гуманная педагогика. Да,
ничего не делать. Предоставьте полную свободу этому маленькому человечку. Как он хочет, так себя ведет. Вот вы вот сидите неправильно. Надо было всем вам ноги сюда на впереди стоящие кресла, во-первых, когда на лекцию у меня сидите. Вот это было бы гуманное потом наше поведение. Я тоже бы самое. Сигарету в рот. Так, мутюгами время от времени, так, и так далее. О, это было бы гуманно настолько по отношению друг к другу. Потом мы стали плевать друг друга, потом еще чего-нибудь гуманное. Какая насмешка над самим словом «гуманное», то есть человеческое. Сейчас, вот я был сейчас в Риге, там воют даже, подходили. Какая идет пропаганда этой гуманной педагогики. Что творится? Причем захватывают все более широкие круги. Ведь сейчас же вы знаете, что ничего не стоит провести любую идею. Уже механизм настолько разработан, настолько великолепен, что можно любую идею протолкнуть и провести. Все, что угодно. Общество уже легко поддается любому внушению. Так вот, я еще раз говорю, что не видит такой элементарной вещи. Что если мы не займемся человеком, никакими внешними формами ничего мы не сделаем. Но поговорим с вами об этих социальных свободах. И поговорим в каком плане. О свободе церкви, о свободе человека, о свободе религии. Но прежде всего о свободе церкви. Вопрос, который особенно муссировался, вы знаете, когда вот был Советский Союз, и весь Запад кричал, что у нас нет свободы церкви. О чем они говорили? Объясню. И это будет очень сильный показатель той деградации мышления, если хотите, которая присутствует в западном христианстве. Не говорю о западных политиках. Ведь когда мы говорим о церкви, что мы подразумеваем? Есть два, если хотите, измерения, что ли, церкви, или две стороны, или лучше сказать, да, два уровня понимания церкви. Первый и главнейший в чем заключается? Церковь – это есть действительно вот единство вот этих людей в Духе Божьем. Единство в Духе Божьем. Причем каких этих людей? Тех, которые действительно искренне стремятся жить по Евангелию. Вот это единство в Духе Святом. Всех тех, кто стремится осуществить в своей жизни евангельские нормы жизни. Вот это что такое церковь. И все. Кто в церкви? Я не знаю. Потому что я не вижу душ человеческих, я не вижу. Я не вижу, кто как стремится. Постоянно приходится обращаться к евангельской истории, говорить, кто распял Христа и кто признал Христа. Посмотрите, с внешней стороны полная респектабельность, кажется, этих фарисеев, архиереев, иереев, книжников и так далее. А с внутренней стороны вот что обнаружилось. Напротив, эти, кажется, грешники, не знаю какие, они увидели себя грешными, и они признали Христа. Видите, какие вещи происходят, так сказать, серьезные. Что происходит в душе человека? Так вот, церковь – это есть единство в Духе Божьем. В Духе Божьем. Единство вот всех тех, я не знаю, где они, в Австралии, в Антарктиде, где они, в Америке, в России, в Германии, не знаю где. Вот они все, где бы ни находились на плоскости нашего глобуса, они все едины. Но кто они? Вот те, которые своей жизнью, своей ревностью, если хотите, стремятся осуществить Евангелие своей жизни. И эта мера оказа приобщения их Духу Святому и является мерой пребывания их в церкви. Вот что такое церковь. Кто ее видит? Не знаю. Вот главное. Эта церковь есть тело Христово.
Есть другое измерение, поверхностное измерение. Когда под церковью мы что разумеем? Вот эту внешнюю организацию. Организацию, которая, так сказать, является организованным обществом. Или помимо организации какое-то общество еще большое. Кто к этой церкви принадлежит? Каждый крещенный. Крестил, крещен, все, ты христианин, православный. Какой ты? Какое тебе дело до Христа? И вообще, есть ли оно? Может, ты преступник из преступников? До тех пор, пока человека не отлучили от церкви. Причем, кстати, за преступление, я не слышал, когда-нибудь анафеме подвергали за нравственное преступление. А ведь эта вещь, пожалуй, похуже, чем все что-нибудь другое. Анафематствует или уж за такие какие-нибудь ереси там, но главное, когда он противится вот этой внешней организации церковной. Правильно делают? Правильно. Только удивительно, почему не анафематствуются и тягчайшие преступники. Вот это уже непонятно. Когда совершенно очевидно. Когда даже земной суд по справедливости даже осуждает. Нет, а церкви за это, оказывается, не отлучают. Но это вопрос уже другой. Что правильно, что неправильно. И это и непростой вопрос. Я хочу сказать, что к этой мы-то что под церковью разумеем. Я говорю, мы – это подавляющее большинство людей. Вот эту внешнюю организацию во главе патриарх, синод, архиереи, священники, монахи и, наконец, мы – миряне. Кто принадлежит к церкви? Каждый крещенный. Независимо, еще раз говорю, не только от своего духовного состояния, которое, конечно, мы видеть, может, не можем, от своего нравственного даже состояния, от образа жизни, от характера деятельности. Он содомит, а его никто и прям открыто себя называет. Его отлучают, пока не отлучен, все, пожалуйста. Он православный человек, член церкви. Так вот, если мы будем говорить о церкви по существу, то есть о церкви как единстве в Духе Божьем, что мы можем сказать здесь? Как соотносятся эти социальные свободы с церковью по существу? Никак. Никак. Она была свободной в века гонений первого христианства, первые три столетия. Она свободна в советское гонение 20-30-х годов, хрущевские и так далее. Она всегда свободна. Слышите? Всегда. И ничем ее нельзя поработить. Ни тюрьмой, ни насилием, ни самой смертью. Она выше всего этого. Мученики с радостью принимали смерть и страдания. Вот так. А вот церковь как община, как общественная организация, вот тут уже ситуация другая. Какая же это другая ситуация? Дело в том, что поскольку она является организацией, то есть совершенно очевидной, то она и подчиняется всем тем условиям, в которых существует любая мирская организация, какая угодно. Да, ей нужны определенные права, определенные свободы. То есть она может быть ограничена, связана или быть, напротив, свободной. Но, кстати, хочу вам напомнить слова Иоанна Златоуста, который говорил: самое страшное гонение для церкви – это быть без гонений. Вы проходите историю церкви, историю христианства, пожалуйста, обратите внимание на то, что начинало происходить с церковью, когда она становилась государственной. Государственной. Две вещи происходили. Первое время, когда она действительно вдруг получала все свободы, она начинает разваливаться изнутри. Второй этап,
Ибо государство не может, чтобы кто-то не подчинялся в пределах его компетенции. Так, церковь подпадает под полную власть государя, там, императора или кого угодно, и становится департаментом. Государство никогда не потерпит свободы, этой свободы церкви. Помните патриарха Никона? Помните историю? Помните, какая была борьба? Двух государей быть не может. Так вот, свободные, как ни парадоксально, вы по истории церкви это увидите. В Византии, например, когда церковь стала свободна? При турецком иге. Не при византийских императорах, при которых она непрерывно подвергалась всяким притеснениям. Афанасий Великий, не знаю, всего несколько лет, может быть, пробыл на кафедре, находясь десятки лет на Александрийской кафедре. Все время был бедный, в изгнании, в гонениях, убегал от этих вещей. Сколько страданий было от этих помазанников Божиих. Кошмар какой! Так вот, действительно, история в этом отношении, правильно, как сказал Цицерон, является нашей лучшей учительницей. И вы увидите любопытную вещь. Кажется, благо, когда государство благоволит к церкви. Какое благо? Правильно, какое благо? К 1590 году русская церковь обладала третью всех государственных земель. Монастыри обладали колоссальными землями, усадьбами, крепостными крестьянами. Монастыри, какой ужас! Это отречение от мира. Вы слышите, что происходит? Начинает изнутри загнивание, о котором Игнатий Брянчанин сказал в 19 столетии. Монашество подобно у нас огромному зеленеющему древу, еще бы не огромное, сколько сотен или тысяч монастырей, а внутри сгнило. Первая же буря свалит его. Церковь как организация, да, она нуждается в определенных свободах и правах. Конечно, очень печально, когда мы не можем иметь школ духовных, когда люди не могут слышать проповеди, когда не может быть издана никакая литература. Еще бы не печально. Однако здесь есть один очень важный момент. Вот скажу вам, что в советское время привезти и подарить кому-нибудь Новый Завет, а тем более Библию, знаете, какой это был ценный подарок? А сейчас? На Западе, если вы вот будете, во всех гостиницах у вас будет на столе там лежать Библия, которую, я слышу, никто никогда не открывает. Чистенько, аккуратненько и так и лежит. Или на столе, или в ящичке. Никому она не нужна. Видите, какие интересные вещи. Любопытное происходит с этими социальными свободами. Все не так просто, как кажется. И эта непростота опять-таки обусловлена чем? Нашей духовной стороной, духовным содержанием человека. Так вот, говоря о социальных свободах, что можно сказать? Какие здесь проблемы возникают? Что здесь не так просто? Какую оценку можно дать вот этим внешним свободам? Вы знаете, они звучат очень хорошо, а как только касается вопроса их практического осуществления, так мы оказываемся перед совсем непростыми проблемами. И первая проблема какова? Любое право, любая свобода человека, общества, организации, знаете, чем характеризуется? Двусторонностью. Ой, свобода проповеди. Ой, как это хорошо. Правда? Ой, как хорошо. Ужас какой, что творится. Чего только не проповедуется.
что чего только мы не слышим, вплоть до сатанинских идей. Я говорю, не с церковных амвонов, я говорю, а в обществе, где дана религиозная свобода. Чего только нет. Вместо информации вам диффамация. То есть проповедь, если хотите, распространение порочащих сведений. Ложь, клевета, оскорбление. Чего только нет. Свобода. Осторожно, религия. Помните? Как это разгромили это? Нарушение свободы. Почему я не могу рубить иконы? Приглашать людей, чтобы они рубили иконы. Еще им за это дам чего-нибудь. Вы слышите? Оказывается, вот это даже внешние свободы и права. Ой, как это непросто. А если вы учтете, что в законах, формальных юридических законах, не так просто все описать, то тогда и подумайте, с какой реальностью мы сталкиваемся. Хороши права? Хороши. Кусаются? Еще хуже. Что же, рабство нужно, что ли? Скажут вам. Вот мы из одной крайности всегда, знаете, как маятник часов, и прыгаем. Или полная свобода, или вообще ничего. Я вам скажу, никогда человеческий мир не создаст таких законов и не даст таких прав, которые бы были ориентированы только верно и не дали бы возможности не только проникновению зла, а прямого использования зла. А опять мы к чему приходим? К необходимости духовного состояния человека и общества, без которого любое право, любую свободу можно использовать во зло. Итак, все эти свободы и права двусторонние. Дали свободу приобретения. Смотрите, во мгновение ока миллиардеры. Причем некоторые из них таковы, что под суд отправились. Других разыскивают по всему миру, хотя они всюду выступают. Никто ничего сделать не может. По мгновению ока. Видите? Чем обусловлено? Совершенно ясно. Вторая сторона, которая прям привходит, если хотите, с этим. Все эти социальные свободы, о которых кричит и трещит весь мир, они абсолютно, вы понимаете, полностью игнорируют ту главную цель, ради которой они должны были бы существовать. Это воспитание нормального, я хочу сказать громко, святого человека. Вы знаете, чем отличалось древнерусское образование еще до школ, до образования нашей школы? От последующего, и уж теперешнего, и говорить нечего. Знаете чем? Очень важный момент, который надо просто помнить. Там заботились о воспитании святого человека и образовывали именно в этой мысли, в этой идее, а совсем не о том, чтобы научить человека быть богатым. Слышите? Вот на что было главное внимание обращено. Человека сделать святым. А все знания, они у тебя будут. И работать ты будешь. И ты будешь тогда работать свято, чисто, честно. Ты будешь работать как при лицом Божьем, во имя Бога. Любую работу. Когда же это отбрасывается, сама эта идея сделать человека чистым и святым, тогда самообразование, те знания превращаются в инструмент чего? Могут превратиться, по крайней мере, и на глазах всех превращаются в инструмент разбоя, мошенничества, преступности и так далее. Взламывание замков. Как, насколько были
я бы сказал, умны, насколько глубоко смотрели на человека, так? И насколько теперь, я не знаю, что это, или последующее, теперь не думайте, что сейчас 21 век. Мы-то с вами по инерции идем. Насколько затем деградировала просто, я бы сказал, умственная, что ли, сторона людей. Забыли, что святому человеку дайте что угодно, он сделает из худого хорошее сделает, лучшее сделает, а негодяй и все великолепие разрушит во имя выгоды одной копейки для себя. И ради своей копейки он готов уничтожить весь мир. Видите, лекарства что делают? Посмотрите, какие лекарства подчас. Он только разоблачает. Вы подумайте, лекарства, которыми люди отравятся, продукты, которыми люди травятся, умирают. Черствое сердце. Выгода. Голубчик, у тебя выгода. Завтра же тебя закопают же самого. Ты забыл, что ли, что ты смертный? Забыл, не помнит. Так вот, вторая проблема, которая серьезнейшей является проблемой, что вот эти все социальные свободы совсем не ориентированы на становление лучшего человека. Свободы даются всем без разбору, пока в тюрьму не посадили. Тогда только он теряет свободы. Так всем без разбора. Забыли о христианском понимании человека, который вот только что сейчас мы говорили, что человек в теперешнем состоянии болен. Это надо понимать. И с учетом этого, видимо, давать и соответствующие свободы, и соответствующие права. Таким образом, что можно сказать? С христианской точки зрения – вот эти социальные свободы совсем не могут рассматриваться как первичные начала общественной личной жизни человека. Не они первичны, они только инструмент. Инструмент, слышите? Обоюдоострый меч, которым можно защищаться от врага, а которым можно и губить своих друзей. Вот как смотрят христианцы на эти вещи. И это, я вам скажу, очень-очень важное дело. Поэтому важнейшей задачей общества, государства всегда рассматривать все даруемые социальные свободы в этом ключе. Что они могут дать человеку, а что могут отнять от человека. «Не навреди» – великий принцип, который относится не только к области медицины, но еще больше к области нашей жизни. Конечно, скажут, а что необходимо, чтобы эти права все-таки работали нормально? Ну, я вам уже сказал. Первичным критерием в оценке всех этих прав и свобод, в оценке их и в оценке их применения – с нашей точки зрения, с христианской точки зрения, должен всегда присутствовать сознание. Вот какой критерий, который можно выразить, ну, двумя словами. Страх любви. Страх любви. В чем заключается этот великий принцип человеческой жизни? О, если бы он был осуществлен! Вернее, если бы он присутствовал, что такое страх любви? Любовь боится, как бы не причинить какого вреда тому, кого я люблю. Вот что такое страх любви. Как бы не допустить ошибки, как бы не совершилось зло, как бы не пострадал человек или общество. Пока нет этого принципа, бесполезно говорить, по крайней мере, очень малопродуктивно говорить об этих свободах. Очень мало. Ну, вы же понимаете. Поэтому христианство
напоминает, и церковь особенно много говорит о чем? Помните, апостол писал, что даже Антихрист не придет до тех пор, пока не отнимется удерживающий. Помните там удерживающий? Кто это такое? Что это такое? Если вы обратитесь к толкованиям, их много. Разные понимания. Вот. И поэтому, если я скажу еще одно, то это будет, так сказать, никаким противоречием не будет к тому, что уже есть. Удерживающий – это вот это и есть. Пока еще в людях будет страх любви, пока еще будет он присутствовать во властных структурах, этот, в законодательных органах, этот страх любви, до тех пор еще человеческое общество может жить. Когда это будет отнято, когда никакого страха любви не будет, когда все будет подвластно другим принципам, прагматическим принципам этой только жизни, когда будет утрачен этот страх любви, тогда действительно, действительно уже наступит полное зло. И этот маточный раствор должен уже будет явить этот ужасный кристалл обездушенного человечества. Вот это вот страх любви – это важнейшая вещь, потому что этот страх любви дает возможность правильного отношения не только к людям, не только к человеку, но и к любой деятельности, ко всей природе, ко всему. Это страж, страж, если хотите, и порядка, и счастья человеческого. Поэтому вот в Арсенофе Великий, я держу, говорил, «Хороша свобода, соединенная со страхом Божиим». Вот христианский принцип отношения к свободе. Слышите? Хороша, я бы сказал, только та свобода, которая соединена со страхом Божиим. Если не так, то свобода превращается в жуткий произвол, от которого содрогается и еще более содрогнется человечество. Свобода, не ограниченная любовью, любовью страха Божия, это нечто жуткое. Недаром апостол Павел предупреждает: не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Та реальность, с которой мы соприкасаемся сейчас, реальность свободы, которую мы видим, ясно, чем она характеризуется. Это какое-то животное стремление к тому, чтобы дать полную свободу плоти. Не тело, а плоти. Вы понимаете разницу? Не тело, как организм, а плоти. Под плотью, разумеется, душевно-телесное состояние, не духовное, а душевно-телесное. То есть в данном случае вся свобода направлена к тому, чтобы освободить все инстинкты, дать свободу всем инстинктам, в том числе самым низменным, и не только дать свободу. О, если бы дать свободу, идет пропаганда как раз развинчивание этого, раскрепощение всего, стимулирование всего низменного, самого отвратительного и ужасного. То есть мы видим поэтому свободу пропаганды зла, насилия, разврата, сатанизма. И свобода тогда становится чем? Орудием узаконенного зла. Естественно, возникает тогда вопрос – тогда вот это высокое понятие свободы, применимо ли оно? Ведь дерево узнается по плодам.
И когда мы видим такие горькие, ядовитые плоды этого произрастания, которое называется свободой, неужели мы можем назвать это свободой? Это свобода. Это то высокое свойство человека. Это то, что возвышает человека над животным, кстати, миром. Да? Как извратили. Да. И точно наоборот. Не только к животному, а ниже животного становится человек с помощью такой лжесвободы. Недаром же одна популярная газета очень метко выразилась о современной свободе телеинформации. Телевизионная чума насилия. Здорово. Телевизионная чума насилия. Приходится приводить пример одного американского психолога, который говорит следующее о своем телевидении. Правда, это было во время, когда у нас еще был Советский Союз, и поэтому это было применимо только к Соединенным Штатам Америки, но никак не к России, конечно. Но теперь... Итак, я зачитываю. Когда вы включаете телевизор, вы автоматически выключаете в себе процесс становления человека. Молодой человек к 18 годам становится свидетелем 150 тысяч насилий, из которых, по крайней мере, 25 тысяч убийства. Изумительная свобода. Вам самый ученик какого-нибудь психоневрологического института, уж не говорю профессор, скажет вам, какое огромное воздействие на человека производят все внешние впечатления. Внешние. Вы же замечали, наверное, писали в газетах, как по телевидению показывают, как там что-то взламывают или что-то делают, и тут же сообщают, уже начинают повторять это. Все вот эти гадости, которые передаются, они, оказывается, входят в незащищенные души людей и начинают работать там, проводить свою адскую работу. Это свобода. Вы слышите, это свобода, оказывается. Действительно, так и видится сквозь всю эту свободу вот это саркастическое лицо сатаны, который с издевкой смотрит на человечество и кидает им эту свободу. Вот одна из иллюстраций того, что эти свободы делают с обществом, приводит Солженицын. Он пишет, что в Нью-Йорке в 1978 году на 3 часа однажды отключили электричество. И он пишет, что началось. Пишет, после это плоды, выросшие, как он пишет, после Второй мировой войны. Толпы американцев, это я его цитирую, толпы американцев стали чинить погромы и грабежи. Но дальше что он пишет? 40 лет назад в Нью-Йорке тоже отключили свет. Но никаких происшествий не было. Люди помогали друг другу, зажигали свечи. Сегодня они бьют витрины, грабят магазины, убивают друг друга. 40 лет. Чувствуете, какой прогресс гуманизма идет, с какой скоростью? Но это многие политики и психологи отмечают, что Вторая мировая война не сама по себе война, а результаты этой войны оказались каким-то радикальным, чем-то радикальным. Какой-то начался совершенно новый виток жизни. Человечество резко, сразу спало
спала не знаю насколько вниз, в своем моральном уровне, психологическом. Это люди стали терять очень быстро смысл жизни. Это паразитное явление. Кажется, где-то произошел взрыв даже материальной жизни. Кто-то поднялся, какие-то слои населения, значительные даже, тем более в той же Америке. И вдруг пишут с недоумением, статистика говорит, люди теряют смысл жизни. Не знают, зачем они живут. Все чаще обращаются к психологам. Поразительная картина. Недаром Кант еще писал, чем больше просвещенный разум заботится о наслаждении жизнью, тем, как он пишет, более человек теряет то, что именуется счастьем. Я не помню точно его слов, но именно мысль его именно такова. Какой основной принцип сегодня господствует в просвещенном мире и который внедряется с огромной силой во все страны мира? Свобода ради свободы. Вы слышите? Я обращаю внимание, когда мы говорим «свобода», чему, для чего, что это даст, мы же продумаем. Нет. Свобода ради свободы. Трудно, мы можем только предполагать, откуда это идет. То есть откуда идет, то это понятно. А ради чего это совершается? Или по какой причине? Может быть, совершается по простой причине. Сатанизм, он просто делает зло ради зла. А может, и другая причина, которая тоже возможна, что, доведя мир до этой разнузданности, люди начнут требовать железной руки. Я уже неоднократно у нас даже слышал, ох, Сталин бы, он бы дал. Плачет о железной руке, и придет она только во всем мире. Будет эта железная рука. Наступит вот эта деспотия, которой никогда в истории мира не было, просто по той причине, что не было технических таких средств для порабощения человека, которыми сейчас располагает научно-технический прогресс. Придет. Может быть, ради этого люди, доведенные до отчаяния этим терроризмом, этой коррупцией, этим беспределом всякой всячины, может быть, будет рад тому, кто, наконец, поработит это человечество. Скажу о религиозной свободе. Здесь, ну, в общем, ясно то, о чем мы говорили, совершенно ясно. Да, вот я хотел прочитать это насчет Антихриста. «И поклонятся ему все живущие на земле». Поклонятся им все живущие, поклонятся, вы слышите? Дальше, правда, Апокалипсис говорит, которых имена не написаны в книге жизни. Поклонятся вот эти вот миролюбцы, ищущие земли и блага на земле, поклонятся ему и взвоют. Вот это вот понимание внешних свобод и прав дает возможность нам немножечко так посмотреть на специфически религиозную свободу. Опять-таки, религиозная социальная свобода, я говорю вам, это не свобода церкви тела Христова, а именно говорю сейчас о религиозной вообще свободе, как отдельной личности, так и организованных религиозных обществ –